Добрый день, партнеры бренда Oriflame. Познакомимся. Меня зовут Нургуль Нуртазаева. Я мама троих детей. Мне 38 лет. По специальности я учитель. Живу в городе Нур-Султан. В этот бизнес я пришла 2 года назад. На сегодняшний день я являюсь золотым исполнительным директором компании. До прихода в бизнес я работала учителем в школе-лицее номер 76 города Астаны. Вообще, я 4 года училась в бакалавриате, 2 года в магистратуре, пришла в Oriflame не из-за отсутствия образования, а из-за отсутствия работы. Я работала 11 лет, но мне было трудно, потому что у меня были проблемы, как у 70% людей в Казахстане. Такие как долг, кредит, заблокированные карточки. Работала на тяжелых работах. Я обучала детей богатых людей. Я не выбирала работу. Я считала, что тот, кто много работает, будет много зарабатывать. Так вот, во время учебы у нас в школе был отпуск на 3 дня. В эти 3 дня отпуска я просто смотрела Инстаграм. Сейчас многие люди говорят, что у них нет Инстаграм. У них нет подписчиков, денег. И у меня ничего этого не было. Я поняла, что все в моих руках. Я была впечатлена тем, что мой спонсор, держа в руках 900 тысяч тенге, призывал присоединиться к его команде. Просмотрела ее страницу, оказалось, что она мама 4 детей, а потом подписалась на ее страничку и связалась с ней. Так как у меня не было другой возможности, я верила ей, увидев возможности в Oriflame. Я присоединилась к команде, и с того дня, как я присоединилась к команде, я начала активно работать. Благодаря моей работе за 2 года я получила бесплатную поездку в 6 стран мира. Купила 4-комнатную квартиру в Астане и премию от 1000 долларов до 30 тысяч долларов. Кроме того, компания дала мне Toyota 70-ю совершенно бесплатно. Девушки, только Oriflame предоставляет такую возможность. Я хочу еще раз сказать вам, что если у вас ее нет, нет страницы в Instagram, если вам никто не верит, все это временно, не останавливайтесь. Многие говорят, что у меня нет 30 тысяч тенге, чтобы начать бизнес. У меня тоже не было этих денег, чтобы начать бизнес. Но я собрала 30 тысяч тенге и 41 тысячи тенге на винетку для класса. Стоп! Я начала бизнес, взяв 30 тысяч тенге. Тогда эти 30 тысяч тенге мне казались как 300 тысяч. Мой бизнес, который начался с долга в размере 30 тысяч, в настоящее время приносит мне доход в размере 3 миллионов тенге в месяц. Я воспринимала этот бизнес как работу. Ошибка многих людей в том, что они не воспринимают этот бизнес как работу, а я воспринимала. Чтобы быть успешным, работайте ежедневно. И во-вторых, хочу сказать, что бизнес можно вести, сидя дома. Чтобы стать успешным в этом бизнесе, нужно быть активным, чтобы зарабатывать миллионы. Нужно быть активным, чтобы ваш спонсор видел вашу работу. Если вы станете активнее, вы будете покорять новые вершины. Ваш топовый лидер, ваш спонсор будет работать только с сильными людьми. Я сама, как топовый лидер, работаю только с сильными людьми, потому что слабый человек, он пассивный. Знайте, что лучше расти с сильными людьми, чем с пессимистами, которые будут медленно подниматься. Поэтому я старалась быть активной, когда начинала бизнес. Мой спонсор говорил, чтобы я всегда была активной. Все вы сидите в информационном чате, так будьте же там активными. Используйте мотивацию, все ваши знания. В этом бизнесе сначала нужно отдавать, потом вы будете получать. Поэтому всегда стремитесь отдавать. Если вы не понимаете этот бизнес, спрашивайте у спонсора. Сообщите мне об этом, чтобы я направляла вас. И обязательно поработайте над вашей целью. Со дня прихода в этот бизнес работайте с вашим спонсором, с вашим топ-лидером. Старайтесь, и ваше старание поможет вам стать бриллиантовым директором, президентом. Первое, что вам нужно сделать, это быть активным. Ваш спонсор будет настроен на вас. Вы пойдете со своим спонсором на все мероприятия. Если вы станете активным, вы сможете стать бриллиантовым директором в течение 1 года. Ваш бизнес всегда успешен с показателями в 15%, 70%. Для того, чтобы ваш бизнес постоянно развивался, а ваш доход увеличивался, обязательно загляните в свой бак после закрытия каталога. БАК – это база активных консультантов компании Oriflame. Например, если в ваш БАК 100 человек, вам нужно сделать рекрут 15% в этом каталоге, то есть 15 человек. Компания дарит невероятные подарки в каждом каталоге.
Если вы набираете баг из 100 человек и сделаете рекрут более 15 человек, это правильно, потому что чем больше у вас рекрут, тем больше у вас денег. А теперь рассчитаем 70%. Многие люди с трудом вычисляют его. Одной из них была и я. Ни в коем случае не бойтесь. Если ваш баг будет 100 человек, из них 70% должны сделать заказ на 100 баллов, 150 баллов, 5 баллов, 3 балла, не имеет значения. Здесь важно только быть активным, то есть активизировать свой номер. Если вы будете постоянно следить за 70% и 15%, то получите все подарки. Верьте, что подарки, розыгрыши и ваши деньги от компании будут расти. Поэтому с начала каталога обязательно открывайте свои информационные листки, рассчитывайте заранее и успешно также закрывайте планы. Поэтому обязательно наблюдаем. Раньше у нас был очень объемный план заработка, и это занимало много времени. Раньше наш план успеха был долгим и объемным. Теперь для вашего удобства план успеха разделен на 4 части. Первая часть – от новичков до 18%. Вторая часть – от 22% до бриллиантового директора. Третья часть – для высоких званий. Четвертая и последняя часть – по конференциям, премиям и квалификациям. И каждый из этих роликов по 30 минут. Планируйте свои достижения. С планом успеха это удобно, коротко, информативно и доступно. Поэтому работайте, не покладая рук, и за 2 года можете стать такой же успешной, как и я.